Так. Деньги надо маме поесть. Отлично. Так, куда что мне их положить? Куда можно? Ой, Твайлайт меня зовет. Пойду посмотрю, может, он это хочет. Чего тебе надо, Твайлайт? Ну, я бы хотела, чтобы ты мне принес, ну, чтобы ты собрал вещи на пикник. С друзьями я иду. Ладно, сейчас соберу печеньки. Отлично. Твайлайт хочет, чтобы я собрал всю еду. Ну, я-то сам хочу есть. Ну, ладно. Как она хочет. Пойду открою вот эту полночку. Там у нас еда. Такая тут вкусняшка. Думаю, что Твайлайт и пончика хватит с печеньками. Друзей-то там будет много, но не все же захотят покушать. Тем более, пончик большой. И они его могут просто взять и разрезать пополам. Можешь мне так все положить? Свайк, положи ты, пожалуйста, в сундук, оно винни. Из сундука все то, что там лежит, положи. Ну, положи в полочку. Да, все, Твайлайт, понял. Ладно, раз она хочет, чтобы я положила на пол, да, я положу вот сюда. О, пустой, как все видят. Так, думаю, что достаточно. Только закрыть. Твайлайт, все готово. Ага, спускаюсь. Все, Спайк. Мы готовы. А я что, я остаюсь один? Я не знаю. Твайлайт, я же тоже хочу пойти, если что, с вами на пикничок. Раз ты хочешь, то давай. Давай. Так, мне осталось только одеть платье, чтобы принарядиться, и корону. Так, думаю, что все. Все готово. Ну, платье, по крайней мере, это одела. Ой, мой хвост везде. Так, поправила, отлично. Дальше корону. Так, все, Спайк, я готова. Ты прекрасна. Спасибо, ну, я еще бы хотела с собой взять. Нет, лучше я не беру. Сегодня у меня будет отдых. От учебы, наверное, да. Идем. Все, Спайк, мы пришли. Осталось только нам подождать друзей. Да, я пока что подожду. Травка тут хорошенькая. Угу. Ой, когда уже все придут. Я пришла. Вижу, Пинки. А ты принарядилась хоть один раз? Да, я только один раз в жизни принарядилась. Ну, потому что я же знаю эту рарити. Она постоянно мне скажет: оу, почему ты не в наряде? Она сама не будет одеваться. Ясно. Ну, ждем остальных. Что же еще делать? Мы пришли, надеемся, мы тебе не помешали, Твайлайт. Нет, а я только вас ждала. Что, Твайлайт? Ты что, пригласила всех друзей? Ага. А как же? Иду давай. Возьмем. Ух ты, классная еда у тебя, Твайлайт. Спасибо. А мне достанется? Всем. Всем достанется еда. Осталось
осталось только подождать Рэмблдэша и Рэрити. Ну? Ну, давайте приходите уже. Та-дам! Вот и все, мы тут. Рэмблдэш тоже тут, и Рэрити тоже тут. Ух ты, ты взяла с собой мимишку. Да. Так, еще обещали прийти принцесса Селестия и принцесса Каренс. Класс! Спустя 2 часа. Ну, через сколько они придут? Мы не знаем. Ее сочество, принцесса Селестия и принцесса Каранс. Я тоже пришла, я тоже. Видимо, что все пришли. Они уже поели и пошли домой. Так, принцесса уже ушла. Все ушли, но даже не поели. Ладно, пойдем спать. Пойдем. Вот мы и дома. Осталось только раздеться. Все. Так, Спайк, все положи на место, потом пойдем в магазин. Ну купишь мне там? Спайк, ты уже большой. Большой, я маленький. Отлично. С утра до вечера. Я у Искорки служу ей. Что-то мы сюда. Письма, все остальное вот сюда. Отлично. Все. Все готово. Твайлайт, все. Идем. Вот мы в магазине. Привет, Рэрити. Что, ты сегодня будешь заказой? А я всегда за кассой. А, ну ладно, спать идем. Ну ладно, нам еще тележку надо бы взять. Так, думаю, что еще нам кое-что надо взять. Это леденец. Такой. Там... И супчик. Вот и все. Готово. Давай, Спайк. Думаю, что еще нам понадобится из этой лавочки. Нам понадобится расческа. Еще вот это вот. Я хочу себе просто платье шить. Ну, ты хотела посмотреть пони, только не покупать. Отлично. Ну, можно мне вот ее? Она слишком. Ну, ладно, раз ее и нельзя, то можно уж мне дай мантиару. Можно? Бери. Такая вот у меня. Теперь у меня будет дай мантиара. Так, класс. Идем на кассу. Так, здравствуй, Рэрити. Мы уже выбрали покупочки наши. Отлично. Так, давай. Вот денежка, которую надо брать. Там 1000.
Так, Пиппа. 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 Пип. 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 С тебя твоя лейта на 1000. На, бери. Спасибо. Ура! Наконец-то. Ко мне недавно пришла Флаттерша. Отлично. Подожди. Так, все, давай. Раскладывай вещички. Я наверх. Читать. Люблю читать. Ой, Твайлайт обожает читать про магию дружбы. Ясно. Ой, готово, Твайлайт. Я все. Отлично. И если вам понравилось это видео, то поставьте мне, конечно же, лайк. Не забудьте подписаться на мой канал. Пока!